12 июня Ленинск-Кузнецкий отметит главный праздник начала лета – День города. Как подчеркнул на оргкомитете заместитель главы города по социальным вопросам Елена Сидоренко, все начинается с праздничного оформления. Везде должен чувствоваться общий позитивный настрой. В преддверии праздника в городе уже традиционно пройдут концерты, встречи с известными горожанами, музеи и библиотеки организуют тематические выставки и экскурсии. Общегородское торжественное собрание пройдет в ДК имени Ярославского 8 июня. А 11 июня там же, в ДК Ярославского, пройдет концерт хора Валаамского монастыря. Но по-настоящему массовые гуляния для семей ленинск-кузнечан пройдут 12 июня. Их центром станет городская площадь торжеств имени Мазикина. 12 июня самое масштабное глобальное мероприятие пройдет на площади Мазикина. Значит, начало мероприятия в 17:00. Сначала у нас детский блок идет на 1 час с 17 до 18. Потом показ у нас фильма. Фильм «Время первых» про космонавта нашего, дважды Героя Советского Союза, Евгения Алексеевича Леонова. Значит, потом у нас идет эстрадный блок и до 22:00. Так что все желающие могут найти здесь чем заняться. Будут работать торговые ряды с мороженым, выпечкой, шашлыками и прочими съедобными вкусностями. Разумеется, без всякого спиртного, на который наложен временный запрет. Нельзя будет приобрести горячительные напитки и в ближайших магазинах. Как только отдел внутренних дел проезжает по закупке и по проверке алкогольной продукции, у нас обязательно кто-нибудь выпадает. Я очень прошу, Наталья, да, обратить внимание. Вот сейчас, когда вы рассылаете по ограничению продажи алкогольной продукции на время массовых гуляний, у вас на отдельной ведомости роспись, что он получил. Кстати, впервые на площади пройдет розыгрыш призов «Городок» от городской газеты. Начало 19:40. Напомним, чтобы принять участие в розыгрыше, необходимо было собрать 70 купонов «Городок». По итогам розыгрыша 18 горожан станут счастливыми обладателями денежных призов от 500 до 5000 рублей. И главный выигрыш – 10 000 рублей. Закончится День города, как всегда, праздничным салютом.